та е міча інус віжабаш грездиш абувлин, шуще лимкар. Віжадыры лымкарын чукарчысны уна челядя куим чем'я. Мед отвылыш гажычыны, да колямны рыштво асланыс, пыч пыль яслан оласнок шерти. Быч чем'я боштыз гажлы лэшалана ним. Звездачотов яс, солнечны яс, да рыштво саяс. Наясвитчишіс велю на конкурс да ворсам. Сыч челядь тодмалысны, мы бурджык бочны аскадыс тэвшавыра. Да куджі пестаны біпур, корки влад вешік чэры дабу. О, разожгли все. Ну вот вы разожгли костер. Ну вот вы оказались в лесу зимой, да? Вот такой костер вы разожгли. Топора нет, ничего нет. Знаешь, что, что будем делать? Ломать надо, это ветки ели можно так ломать. Он, кажется, челядь, даже остады куджі си останы бипурсы. Вот. И сиян челядь, около велы одностаршинцам. Вот. Особенно кажется челядь. Если щикца челядь еще тогда, на нас часто это для новыры, черики, а кажется, я вообще вас тогда не на сидим и вочно. Вот сейчас я сидела там. Зевна, когда с челядь я слышала, когда нас ускужи, когда сашин свошты, на кочека, а с мизды на нас лен, с чумуна энергия, вот. А нас устали, когда часы воштыны. А вот именно там на нас верманы и вырты. Он сунет со чем ческ длаще нас, кор даже бипурса, сын бипурса, вот чин из кормона, что с чем по ческ чин дукас. Были вежадар со чукор чем дырье мастерской. Кыны челядь бать мамы скат отчач. Вела чеснувачны рыштво сакоджу вяз. Все еще празднуем это событие. Мы сделаем мы с вами вот такие вот и вот такие вот звездочки. Вот. Они, конечно, здесь шестигранные, здесь четырехгранные. Думаю, детки помладше начнут пробовать вот попроще делать вот четыре уголка. А кто постарше, кто уже делал, кто поднимите руки уже такое делал. Вот вот, две помощницы у меня будут, потому что я сегодня вместе с вами первый раз буду их делать. Итак, давайте посмотрите, что, какие они могут быть. Посмотрите, ребята, цвета какие использованы. Ташым шикас бет торясыш, дауна рыма сунис ясыш, вычем торясыс, лону и флием сакоджуулан символом. Мне, ну, мне петка двалась такой на комната ясна. Ща мне, я, ну, торт на свой кучит концерт, ну, аж не выступай там тоже. Ну, микрозили, чем я свой. Куем мыка. И мне вот кучит же семья, кого подружи, чем у. На мене так кажуть, що то не вова, не таче бур'йоз, от станська, ми дружи там. Ну, куди кажуть, чим я, дружна я. А ми джурін, гуда клан Юрга мула, клани єн лише амшілан кив'яз, да колядка яз. Войдар, риштво сагаж дирі, таш амшілан кив'яса, позже великивни бит керкаан. Свет православной молодежи, это у нас уже второй, отец Иоанн Куйшев, он организовал летом под Пажгой, было замечательно. И когда отец Иоанн предложил, говорит, Александр Михайлович, давайте зимой, я говорю, конечно, не вопрос, чем могу, помогу. Причем мы все это делаем на абсолютно без условий, без контрактов и на энтузиазме. И получается хорошо. Вот здесь сами видите, что... Сказка, зимняя сказка. Все это, я хочу сказать, замечательно. И все это ведет, в общем, к возрождению страны. И, к, как ни странно, к объединению. Вот через традицию к объединению страны, понимаете? А настоящее объединение, оно должно проходить через традицию. В игровой форме, вот в такой вот форме общения. Пойдем мы колядовать, ой, найдут ли, что нам подать. Много ли нам надо в нас, скажем мы в ответ,
горушика ладоби і вагон конфет. Бидан, адже стаячу корчим вилаз, щойлем виловова на заняття. Кодланка, артміс медміча коджув. А котка медла ще дащил із колядка. А меча ужит кожинан челядли, дерт велины углавы в саворсом яс. Челядиска занимательна батя, связи важно. Вот. И там вот мензына кашчему, там вон именно родители, яс и мам, яс и батя, яс, кот яс кужин, и вот челядиска кучка организует, например. Зон посни, що лан бурну таджіс, і солісни лідянка яс вилан. Щем'я яс вещек вермашісни, коди одіржик іскал тас фініш пасач, да що лам шаніс радлісни медваджа места аж призлы. Место за 58 секунд, с отрывом совсем небольшим, 7 секунд всего, 7 секунд, достается команде Лещенко! А мука чоскульторса гном яс вилым гучала маш, да джебе маш. Сэмун мушер пасколя маш, кодоцца ган позже кожен яс сокоршны. Да там пусто! Челядлы баража гаж. Давай! Да! Валя! Красава! Валя нашла! Вот так! Валя на самый гном у нас. Данное мероприятие вообще проходит под акцией Владыки Петерима. И оно посвящено рождественским дням, этим святкам, святым дням. Мы хотели привязать еще также национальный элемент, потому что мы живем на коми-земле, и мы вот зачастую даже не знаем своего коми-языка. Да, я сам даже желаю усовершенствовать свой коми-язык. Вот через такие мероприятия можно как раз-таки привить молодежи, детям коми, вот речи, даже элементарную, чтобы они обогащали, потому что мы живем все на коми-земле. И забываем зачастую свои традиции и культуру. Кор ичитик был не эквитлы, но мне помнит, а кормиан был горто тоже пырала на кольдуте, на щулы, на станции, чем пашта еще маешь, наряди, чем маешь, вот, и меня забыл, что там компот ест, вот, аж не как бы иг, и там у меня еще взял, тоже купил он и рад, в метану вещь колдачи, вот, слета, кон мне тоже верма, рыт нас мунны, да, кольдуй, ты ж на щулы, на ёк, ты ж на вас эти, может быть, куда-то на оло, щик-то яс, ну, щик-то яс, даже остуда месячем, даже позже стыдже радлана, вот, талун яс, трое-что все-таки, лучше праздник. Самое главное, чтобы мы не теряли свою человечность, мы замыкаемся в своих квартирах, и все, теряется, все, даже любовь теряется, мы замыкаемся в своей ключонке. А если вспомните раньше, как было, дома все ходили, колядовали от дома к дому, все встречали с распростертыми объятиями, давали, награждали, там, одаривали конфетами. Сейчас же где такое увидишь? Миан олам отжечес. Эми телефон, и от увез. А ескостан итадес, мила комедера, пыр бытте кусов. А вежа дырша, пыль пыч яснангаж, бытте чинты, что олам услыш отца. Да ще то позже лун, ушкодно тот вылы, мед донаторсы. Радей там, эскам, семья.